Никита Моделс в Грузии. Международное модельное агентство начинает работать в нашей стране. Никита Моделс планирует обучать начинающих грузинских моделей и помогать карьере девушек на международном уровне. В Тбилиси уже прибыли 16 молодых моделей агентства, которые сегодня вечером примут участие в презентации в новом парке «Реке» вместе с грузинскими коллегами. На красочном шоу будут показаны коллекции украинских дизайнеров Олега Скирды и Ирины Красильниковой. Также выступит боди-арт, балет и популярный в Украине диджей Лера. Игорь, чтобы сейчас двинуть все вместе.